Привет, я решила показать вам свой макраме-воротничок, который я сделала. Вот. Если вам интересно ближе, как это выглядит с изнанки и как это выглядит с лица. Вот, это самая такая обычная нитка, типа ириса. Ну, наверное, это не ирис, потому что ирис был бы более блестящий. А вот. 14 ниток на каждую половинку цветка, на каждую половинку последнего лепестка. Вот примерно так. Пока-пока, до свидания.